Квалифицированные кадры – залог успешной работы целого предприятия, тем более, если речь идет о селе. А чтобы привлечь к себе на работу специалистов, необходимо обеспечить достойные условия труда и проживания. Простую истину, как никто другой, знает руководитель агрофирмы Лаишевской. Для своих сотрудников Геннадий строит дома. Помогает ему в этом региональное министерство агропромышленного комплекса. Мы пошли дальше и разработали программу, которая оказывает поддержку предприятиям, которые привлекают молодых специалистов на село и создают им условия работы и жизни. Мы выделяем денежные средства. Программа начала работать с 2016 года. Пилотный проект был запущен, и один дом мы профинансировали. Проект прижился на селе. Региональная программа так и называется – строительство жилья для молодых специалистов. Суть ее в том, что хозяйству предоставляются субсидии по ставке до 10 тысяч рублей за один квадратный метр жилья. В результате по программе уже строят 9 домов – 7 в Новоспасском и 2 в Лаишевке. Ольга Сиволап работает в Лаишевских овощах уже четвертый год. 5 дней в неделю приходилось ездить на работу из города. Подобная ситуация продлится еще пару месяцев. Зимой она с мужем и ребенком переедет в новый дом. Смотреть дома приехала глава региона. Пока на площадке ведутся строительные работы. По соседству уже заложен фундамент для второго дома. Нам в среднем, мы получили по 1 000 000 рублей на одну семью. Ну, если взять, переводить, то это практически там более 60% возмещения по затрат, которые мы понесли. В этом году на поддержку молодых специалистов заложено 10 миллионов рублей. Сумму планируют увеличить, так как спрос на жилье у работников большой. К примеру, в той же самой Лаишевке, в своей очереди на собственный дом, на предприятии ждут механизатор, сварщик, водитель и завскладом. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.